пятницу выходит свежий номер газеты «Северный рабочий». Какие материалы и интервью подготовили для читателей журналисты, мы узнали в редакции. Слияние, ремонт и консервация – эти процессы ожидают северодвинские школы в наступившем году. Об этом в интервью Екатерины Курзиневой с начальником управления образования городской администрации Сергеем Попой. В правоохранительных и следственных органах Северодвинска ожидаются кадровые изменения. Об этом расскажет Андрей Мирошников в материале «Люди меняются, кресла остаются». Что нам готовит год в области рынка недвижимости? О риэлторских прогнозах 2016 года расскажет Елена Лещева в материале «Будут строить, будем жить».